Ой. Автозапчасти? Нет, не запчасти. Это нужно перекатывать тут. С 9 лет норм. Ну, чтобы маме скучно дома не было. Короче, папа ее бутик открыл здесь. И она тоже выходит на работу. Так, в принципе, нам хватает то, что отец работает. Маме шоколадку. Я сейчас, если маме скажу, мама скажет, деньги давай, чем шоколадку. Деньги давай. Я лучше шоколадку возьму, а задачи себе оставлю. Можно? Можно так? Возьму маленький казахстанский шоколад. Нет, мама любит баунти. Спасибо большое, Максим. Мне только кроме Максима и кто еще? Вот этот Бакс. Бакс. Подписан. Вот. Кроме него никто не закинул. Кроме вас никто не закинул. Знаете, вы мне скинули 2 раза по 5, 10, 20, 25 общиком. 44. Еще нужно 75. Ну ладно, маме на шоколадку, значит 80. Закрепить. Привет. Как это мило. Чё я пропустил? Ой, спасибо большое. Хочу поскорее телефон взять. Просто, знаете, вот как новые модели выходят, вы же знаете, наверное, то, что постоянно потом старую серию перестают этот выпускать, снимают с производства. И получается, только через месяц, наверное, будут в наличии. А я не хочу так долго ждать. И сейчас, пока в наличии, я хочу быстро-быстро взять. А в кредит я не люблю брать. Точнее, никогда не брала в кредит. Один раз, наверное, когда вот этот... Когда это было... Лет так в 15, наверное, когда у меня прям такой возможности не было, наличка, я взяла в рассрочку, у меня было 100 тысяч на руках, и получается 80 тысяч. Ну, тогда я не помню, какой телефон брала. Получается, я просто вот так раскидала на 3 месяца и быстро закрыла. Беспроцентно. Вот такое, да. Но сейчас пока есть возможность. Почему бы и нет? Какой 15 с ТикТоком наличь? Уже вообще-то. 300 штук обналичила. Еще 200 тысяч надо. Ты кредит берешь? Нет. Я кредит вообще не беру. Ну, знаете, я, короче, не знала, что мне кредит открыли на... Знаете, на что? На тариф. Твоя мать. Вот не на телефон, а на тариф. Это знаете, как произошло? Вообще, я же кредит никогда в жизни, вот кредит никогда в жизни я не брала. Кредит я вообще никогда в жизни не брала. И вот получается, я пошла тариф менять, ой, тариф оператора менять, перешла на теле 2. У меня номер сам Билайн сейчас, но к теле 2 относится. И годовой тариф подключила. И они мне говорят, давайте мы вам этот, говорит, годовой тариф подключим. Вы будете каждый месяц закидывать, типа оплачивайте за... Ну, я же по-любому 4500 буду закидывать, говорит. Вы будете только туда закидывать, на Каспи. А я что-то подумала, платеж просто. Ко всему хуже согласилась, открыла свой Каспи, они там не сделали. И смотрю, оплатите до 11 октября. Я говорю, что мне кредит оформили? Они такие, нет, ну это, говорит, да, мы в рассрочку взяли, но это получается, говорит, вы будете каждый месяц туда им закидывать вместо нас. Мы сразу за год вперед оплатили. Я такая, ничего себе. И вот это первый мой кредит такой. Но я могу сейчас полностью за год погасить. Ну, просто они сделали мне так. Мне так сделали в центре. Чтобы я не им оплачивала платеж, а типа как кредит закрываю, чтобы незаметно было. Я даже не знала. Ну ладно. Я хочу 15-й айфон куплять. 15 зачем берите? 15 Pro. Лучше 15 Pro Max, самый мощный из всех. Говорят, батарея там такая, да? Там же Type-C идет. Типа не такое прочное. Капец, незаметно, да? Чего незаметно, да? Я хотела 15 Pro взять, а мне друг говорит, зачем?
он твой кошелек превзойдет, во-первых, во-вторых, говорит, короче, не советует. На 1 терабайт. Я тоже хочу 1 терабайт. Я Samsung взял, мне пойдет. Я ничего против Samsung не имею, но как вот начала пользоваться этим айфоном, все. Особенно девушкам это очень так необходимо, которые любят фоткаться. Вот что-что, но камера реально четкая. Сколько бы там мегапикселей в Samsung не было, вот вы просто возьмите, добавьте фотку в Instagram, качество ужасное станет. А это социально, не то что зависимо, но короче. Мне уши горят, кто меня материт. Ужас. Тут написано, настоящий мужчина есть, способный сделать мужчину счастливым. Что настоящий мужчина, который... Вы чё? Пойдите через сло. Нет. Можешь поднять бровь? Блин, это будет сейчас немного тяжело. Я не умею одну бровь поднимать. Вот так. Типа... Немножко получилось, да? Слушайте. Нет, видите, это тоже поднимается.